Это видео я хочу начать с такой красоты. У нас рассел чебушник. Запах стоит невероятный. Белый цветок, не махровый, простой, но все же очень красивый. Я этот чебушник веду в две ветки, то есть внизу вот эту поросль я все убираю. Так она очень легко выдергивается. Вот. Потому что если чебушнику дать расти, здесь просто будет очень мощный большой куст. Поэтому я ножки оголяю, как знаете, в виде деревца. Очень красиво смотрится. Вот такая красота. Всем привет! Сегодня 28 июня, Московская область. Хочу вам показать теплицы, что растет. Это теплица стеклянная, здесь я выращиваю высокорослые томаты, преимущественно сортовые, но в этом году есть также гибриды. Высевала в два срока, это 8 и 12 марта, выносила я рассаду в теплицу 10 апреля, а уже высаживала в грядке 3 мая. Уличные томаты я высевала 6 марта. И вот на сегодняшний день вот так они выглядят, уже с меня ростом. Так, здесь у меня три грядки. Междурядье замульчировано хвойным опадом. Сами грядки замульчированы соломой. Я всегда так делаю, мне нравится. Уже убрала у растений по 5-6 листов. Галила слегка ножку. Но основную листву я еще не убирала, потому что у нас стоит жуткая жара. На улице 35, в теплице я даже не знаю сколько. Поэтому, чтобы солнцем плоды не припекало, все-таки я листву еще оставила. Вот начнут они уже краснеть, прям массово, уже буду убирать и листья над плодами. Жарко очень сильно. Это, кстати, сорт Лискинос. Самый первый у меня завязался, самый первый поспеет. Это зеленая тайна личинки. Вот такой уже помидорище, скоро-скоро уже. Среди всех среднеспелых сортов он себя показывает как раннеспелый. Все томаты он уже завязал. Вот дальше. Вот. В этом году у меня довольно-таки много черри. Это и кира, и требус. Тоже очень хорошо он завязывает эти гибриды. Сейчас вам покажу черики. Вот, смотрите, какие хорошенькие, какая хорошая кисть. Вот это первая кисть. Вторая. Вот такая. Тоже практически все завязано. Вот она, третья. Вот. Четвертая тоже завязывает. Пятая. Все с помидорками. Ну и там дальше. Такие уже классные помидорчики. Первые 3-4 кисти томаты завязали практически все. Ну вот дальше и посмотрим, что будет. Потому что из-за жары, я думаю, что будет сбрасывать завязи. Жарко, очень жарко. Но в этом году я хочу вам сказать, что томаты лучше завязывать, потому что у нас было холодно. Вот такие уже крупнючие томаты. Такие сливовидные. Это я на цельнополодное консервирование посадила. Вот смотрите, первая кисть сливки. Вторая кисть сливки. Вот она третья. И вот дальше посмотрим, как он завяжет. Потому что из-за жары, ну, сбросит и сбросит. Значит, веду я томаты в основном в 2-3 стебля. Вот. Оставила побольше в этом году голов. Побоялась, что будут сбрасывать томатики. Вот, смотрите. На всех сортах и гибридах уже томаты. Без исключения. Давайте дальше пройдем. Ой. Вот сладкий кассади тоже завязал. Вот это вторая кисть. Вот она первая кисточка. Это третья кисть. Вот такие вот помидорчики.
Это гибриды. Они более мощные. Тоже завязали все. Видите, как высоко уже все завязано. Вот они, помидорки. Наверху уже завязывают потихоньку. Но я вижу, что некоторые цветочки отпадают из-за жары. Поливаю, значит, как я ухаживаю. Поливаю я раз в 3 дня сейчас, потому что наливаются плоды. Вот, ну, получается, 2 раза в неделю я проливаю томаты, но я, знаете, как проливаю их очень и очень хорошо. Не просто там леечкой здесь хожу. Я включаю шланг из колодца, подаю воду и проливаю сначала очень хорошо, прямо из шланга холодной водой. Сначала грядки проливаю, и затем уже я подкармливаю. Подкармливаю сейчас зеленую болтушку, конечно же, я уже не использую. Использую калий. Вот гумат калия. Я его смешиваю с фитоспорином, с маточным раствором. Прям заливаю бочку 200-литровую калий, выливаю туда и заливаю фитоспорин. И все проливаю после обычного полива водой. И один раз я подкормила таким препаратом аминосид. Это полностью органическое удобрение. Хорошо снимает, как пишут, снимает стресс и от жары, и от холода. И плюс подкормка органика. Видите, здесь органический азот, магний, что здесь, аминосид, так, оксид, калий тоже. Ну, в общем, такой препарат. Использую первый раз его, вот один раз подкормила. Тоже все делаю после обильного полива обычной водой. Вот, в принципе, все. Здесь у меня стены закрыты укрывным материалом. Номер 17 тонкий. 3 автоматических окна сами открываются. Сейчас, видите, полностью открыты. 2 с торца здесь окна механических. Они не закрываются вообще. И дверь купейного типа тоже открыта всегда. И днем, и ночью. Я томаты не закрываю, чтобы был сквозняк. Между прочим, поливаю. Я стараюсь полить томаты до 6 вечера, чтобы потом в ночь они уходили, немножко сквознячок здесь прошелся, подсушил, чтобы томаты уже в ночь уходили немножко, знаете, такие обветренные. Сквозняк, я считаю, что для помидор отличная вещь, просушивает, чтобы не было здесь влажности. Конечно, снимаю пасынки, потому что пасынки растут очень-очень быстро и сильно. Все стволы у меня подвязаны, конечно. Вот. Есть даже несколько кустов, где у меня 5 голов. Но я, знаете, как решила, оставлю их все. Но это не от жадности, а от того, что, знаете, я пропускала пасынки иногда. И уже когда видела, они уже цветущие. Поэтому я их оставляю. И вот, допустим, 4-5 голову я буду просто вершковать. Там над 2-й, над 3-й кистью завершкую. И все, не стала убирать уже. Все-таки пасынки с цветами жалко убирать. Вот так выглядит у меня теплица. В общем, жду урожая. Вот, в принципе, весь уход у меня за томатами. Теперь я хочу перечно-огуречный вам показать. Так, эта теплица тоже стеклянная, перечно-огуречная. Здесь также 3 грядки. По бокам растут сладкие перцы, посередине это огурцы. Так, перцы я высевала в один срок, 14 февраля, выносила в теплицу 10 апреля, а в грунт высаживала 4 мая. Тоже все, в принципе, выглядит неплохо. Перец завязывать. Но, знаете, я хочу сказать, что в этом году как-то странно, что перец очень слабо набирает зеленую массу, то есть высоту и объем куста, да, а уже плоды большие. То есть, видите, уже здесь какие перчины огромные, а сам куст маленький. Я не знаю, почему в этом году так. Или из-за холодов он притормозился так сильно. Не знаю. Вот смотрите, кустик, в принципе, небольшой. А сколько на нем плодов? Вот. Вот перцы. Он облеплен перчиками. Но сам куст небольшой. Здесь тоже перцы. Вот тоже, смотрите, какие уже громадные. Но я тоже подвязала, потому что перцы нужно подвязывать рано. Это не томаты. Томаты
У них стебли такие пластичные, и можно подвязать их, в принципе, в любое время. А вот у перцев они, конечно, очень хрупкие, поэтому вот не подвяжешь, и они сразу начинают ломаться. Поэтому вот некоторые перчинки уже я подвязала. Вот у меня базилик уже здесь растет. Вот видите, сами кустики небольшие, а вот такие уже перцы. Но вот в последнее время они заметно, что пошли в рост, но все равно не то что-то. Вот леся растет. Вот он. Прям маленький кустик такой вообще. Он тоже маленький, а уже с какими большими перчинками. Вот. Здесь я высадила еще горох. Это остаток я в открытый грунт высадила. И остались, я решила сюда между перцами посадить горох. Огурцы, горе, огурцы. Но в плане не горе, знаете, мы сейчас урожай снимаем. Уже, я не знаю, я не считаю, сколько мы огурцов собираем, но достаточно. Салат. Мы только едим салат. Огурчики завязываются. Видите, вот здесь вот внизу все уже снято. Все огурцы я сняла. Вот. В том году, конечно, огурцы были намного больше. Я посмотрела прошлогодние фотографии. Огурцы были у меня уже под потолок. И урожай мы снимали уже достаточно очень-очень много. Ну, в этом году, смотрите, вот такие огурцы. Также я здесь еще рассадила салат. Это салат Мишутка. Этот весь мы уже съели. Вот. Там еще зеленый досадила. А здесь еще высадила это лук на перу. Сивок оставался. Я браковала его. И вот, чтобы не выбрасывать, это я буду на перу использовать. Тоже горошек досадила. Вот. Лук также. Здесь я уже, значит, на рассаду вырастила огурцы. У него уже по два настоящих хороших листика в рассадных пакетах. Это я буду высаживать в открытый грунт. Просто еще не нашла места. Вот сейчас он дорастет до третьего. Вот здесь вот, видите, третий уже настоящий вылазит. И буду высаживать в открытый грунт. Уход у меня за перцами какой? Поливаю я их, наверное, через день, это точно. Огурцы поливаю каждый день. Обычно вот в 5-6 вечера, я говорю, вот стараюсь пролить все теплицы. А значит, удобряю я огурцы вот таким жидким органическим удобрением. Вот, конский жидкий навоз, в общем. Каждый полив. Сначала проливаю водой огурцы, а потом уже проливаю вот таким удобрением. Это в каждый полив. Здесь вот фитоспорин. Обязательно тоже им проливаю. И гуматом калия. Но это я все вместе не делаю. То есть один день я пролила жидким конским навозом, а второй день калий смешиваю с фитоспорином и также проливаю. Вот так. Все, конечно, подвязано у меня здесь. Междурядье замульчировано хвойным опадом. Стены тоже закрыты, чтобы притянить чуть-чуть. Это укрывной материал номер 17. Две автоматические форточки, одна механическая с торца. И сейчас я дверь на ночь уже не закрываю эту. До этого было холодно у нас, я закрывала. Сейчас, конечно, жара, и все теплицы у меня полностью открыты. Видите, вот вечером вчера проливала, а земля уже сухая. Замульчирована у меня здесь конской подстилкой. И видите, еще и скошенная трава вот здесь есть у меня. Вот. Поливаю я, знаете, перцы и огурцы прям по головам. То есть беру лейку. Сначала я проливаю так же, как помидоры, из шланга, прямо из колодца. А потом проливаю вот удобрениями этими прям по голове из лейки с распылителя. Также огурцы по голове лью. Помидоры я только под корень поливаю. Я листву не, водой не смачиваю у томатов. А вот у перцев и огурцов, да. Так выглядит тепличка моя перечная, огуречная. Ну вот, в принципе, и все. Хочу вам завтра снять видео огорода. Открытый грунт, что у меня там растет. Потому что теплицы я вам часто как-то показываю, а вот огород и не показываю. Поэтому
хочу снять вам, что у меня растет в открытом грунте. У меня, в принципе, на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока!